привет! Как поживаете, друзья? Не виделась с вами 2 недели и очень соскучилась. Надеюсь, вы тоже. Вы смотрите тележурнал «Дресс-код» на канале ТВ1KG. И меня зовут Оля Че. Как ни крути, но первые 2 месяца лета пробежали стремительно. И те, кто не успел еще пока отдохнуть, в августе постарайтесь наверстать упущенное. Я сегодня вам посоветую, что, где и как. Тем более, что отдых за границей достаточно недешев. А вот на Иссык-Куле вполне себе можно позволить. Особенно в уютном отеле «Талисман Виллидж». Доброе утро, дорогие мои! Надеюсь, оно у вас такое же прекрасное, как у меня. Сейчас я покажу вам место, в котором стоит проснуться и провести весь день для того, чтобы стать чуточку счастливей. Если бы счастье измерялось по шкале или в процентах, а может быть даже в каких-то единицах, то утро в Талисман Виллидж стало бы эталоном в этой приятной математике. Смотрите, как один день в правильном месте станет началом нового периода вашей жизни. Это не просто красивые слова. Идеальный отдых означает полноценное восстановление, физическое и ментальное. Так какое оно идеальное место отдыха? Красивое? Да. На берегу Иссык-Куля? Конечно. Комфортное? Несомненно. Все это от Талисман Виллидж. Вы пока осмотритесь, а я на пробежку. Семейный, комфортный, компактный и в то же время шикарный Талисман Виллидж находится в селе Бастыри на северном берегу озера Иссык-Куль. Небольшое пространство этого места распределено с великой заботой, начиная от встречи каждого гостя на ресепшн до пляжа с идеально чистым песком, прозрачной водой и пирсом, изящно и легко парящим над этой бирюзовой гладью. Здесь есть все – детские площадки, мост через реку и даже ресторан «Прега», супер популярный в Бишкеке. В ресторане улучшенное меню и бесплатный Wi-Fi. Сейчас зайду в приложение, посмотрю погоду на ближайшие 2 дня, выложу фотки в Инстаграм. Здесь есть, что показать и чем похвастаться. Ну, а меню ресторана «Прега» я и так очень хорошо знаю, потому что обожаю их кухню. И знаю, что здесь самое вкусное. Иссык-Кульский отдых всегда стимулирует аппетит. И то, как я сейчас поем в обед, поможет мне провести этот день продуктивно и с пользой. Потому что сегодня я планирую еще поплавать и понырять. Так что пообедать хочется не просто сытно, но и полезно. Вообще питанию на отдыхе стоит уделить особое внимание. Но так как это все-таки один из самых известных и проверенных ресторанов, я спокойна. Кроме питания, мне было интересно, какие категории номеров имеются в Талисман Виллидж. И надо сказать, что все комнаты, интерьер, кровати, белье вполне на уровне отеля класса 4, а может быть и 5 звезд. Да-да, я не преувеличиваю, и это уже не реклама, а абсолютная правда. Ну или впечатление от проведенной в отеле ночи. Сюда, в Талисман Виллидж, многие приезжают, потому что любят спокойный и комфортабельный отдых, потому что нравится быть вдалеке от суеты и отключаться от бешеного городского темпа. Я тоже из числа таких же отдыхающих. У меня сейчас абсолютно спокойное и уравновешенное настроение. Вот такое впечатление осталось после отдыха в отеле Талисман Виллидж. Здесь отличный пляж, шикарные и комфортные номера, тихо и безопасно. Что еще нужно для идеального отдыха? И напоследок, некоторые развлечения, которыми можно себя побаловать, не выезжая за пределы отеля Талисман Виллидж. Прогулки по пляжу, йога, караоке, воркаут, массаж, сауна, купание в бассейне и просто посиделки с друзьями на террасе прекрасного ресторана «Прега».
Купальный костюм, состоящий из двух частей и названный бикини, наверняка знают многие. А вот в честь чего и кем был создан этот купальник, я вам сейчас расскажу. Новую модель купальника показала на себе танцовщица Казино де Пари в 1946 году. А назвали его так в честь атолла бикини, на котором 4 днями ранее провели испытание атомной бомбы. В рекламном слогане для новой модели купальника была проведена параллель с атомным взрывом. Бикини – разделенный атом. В течение следующих 10 лет Мэрилин Монро и Бриджит Бардо популяризовали эту модель. Продолжать тему купальников можно бесконечно. Например, сколько вы лично знаете разновидностей купальников? Это монокини, это трикини, нанокини. В конце концов, это мэнкини. Это купальник для мужчин, который в свое время очень сильно прославил Борат. Костюм для купания мусульманских женщин называется буркини, и закрывает он практически все тело. Ну, в общем-то, неважно, в каком купальнике купаетесь вы, главное, чтобы он вам шел и вам было в нем комфортно. Купальники, которые сейчас актуальны, вернулись к нам благодаря модному перевороту лет через 60. Это и замечательно. Многим девушкам это нравится. Завышенная талия и простые цвета делают объектом не купальник, а само тело. Делаем выводы, девушки. Ретро – это женственно и сексуально. Обратите внимание на звезду по имени Дита Фонтис, которая обожает ретро и все винтажное. Я думаю, что именно благодаря ей вернулась эта мода. Вы смотрите «Дресс-код», и меня по-прежнему зовут Оля Че. Тема сегодняшнего нашего обсуждения – купальники. Если вы только что переключились, присоединяйтесь. Известно из моего опыта, если море близко, значит жизнь становится веселее и разнообразнее. Как не знать это нам, жителям резкоконтинентального климата. Тем более в Чайтаново сегодня тепло, малолюдно, а кафе и рестораны, как это принято в Италии, работают только с обеда. Кстати, магазины во время обеда примерно с часу дня закрываются до 4. И пусть случится хоть апокалипсис, но итальянцы не забудут пообедать. Это святое. Одна из главных традиций итальянцев – это кофе-питие. Если у нас пьют чай, то здесь 2, 3, можно 5, 10 раз в день пьют кофе. Ну, я пью слабенький, это капучино обычный, ну, даже не обычный, он итальянский, очень вкусный. Поэтому он в такой милой кофейне. Я сейчас сижу и ближе к вечеру уже пью кофе. Вот после обеда, который длится, как вы поняли, 3 часа, начинается жизнь. В городе Чайтаново-Марке все неработающее население, студенты, школьники и пенсионеры выходят на улицу и общаются. Кстати, в этом районе очень много промышленных зон. И основная масса трудоспособных людей работает именно на этих фабриках, среди которых знаменитые обувные фабрики «Фаби», «Чезаре Пачотти», «Лори Блю», «Тотс», «Марк Джейкобс». Для любителей шопинга это место настоящий рай, так как оригинальная обувь из любой коллекции этих знаменитых брендов есть именно там. Для этого, конечно, стоит проехать до фирменных фабричных шоурумов, таких как на фабрике «Фаби», которую посетили мы. Подробности этой экскурсии вы можете посмотреть в отдельном сюжете. А сейчас продолжим гулять по городу. В Италии все безумно вежливы. Каждому официанту, каждому продавцу здесь нужно сказать «чао», «аривидерчи», «грацию», «бонасер», «бонжорно». Если бы я знала еще больше итальянских слов, я бы признавалась бы им в любви. На самом деле итальянцы, конечно, понимают, что без туристов им не выжить. И в то же время они повидали на своем веку много сумасшедших русскоговорящих сеньор. Но я-то просто присела на скамеечку принять участие в беседе. Не в этот раз, как говорится. Не хватает только побегать и попрыгать от счастья на берегу Адриатики. Для большего эффекта моих слов.
Ну и так понятно, что город, море и пляж сделали сегодня мое настроение. И ничего, абсолютно ничего не может мне его испортить. Кроме небольшого момента. Конец сентября и на пляжах города Чуйтанова. Ну, я одна, а еще там пару человек. Ну, так, на 2-3 километра. Так что мы вот такие вот одинокие. И это может быть даже грустно. А женское настроение похоже на море, вы не замечали? За день оно может поменяться несколько раз. То теплое плещется и зовет свои глубины, то вдруг темнеет постепенно или сразу готовится к чему-то и мрачнеет. И непонятно, то ли ждать серьезного шквального ветра и глобального шторма, то ли это просто проверка. По-моему, с минуты на минуту начнется ливень. И, пожалуй, на этом моменте мне стоит попрощаться с Италией и с вами, друзья. Ольга Че специально для тележурнала «Дресс-код». В этот день была всего лишь проверка. Небольшой дождик помыл тротуары и скамейки, а мы отправились обратно в Милан, чтобы из аэропорта Мальпенза вылететь в следующий город. В город-столицу всего мира, в город-центр дорог и воздушных сообщений. Ну а пока международный аэропорт Мальпенза принял нас как родных, но, к счастью, ненадолго. Ну вот мы и готовы уже лететь в Стамбул для того, чтобы и дальше продолжить наше путешествие европейское, но уже с азиатским привкусом. Поэтому вот уже наш самолетик стоит от Turkish Airlines, достаточно большой. Друзья, ну что же, пожелайте нам удачи. Купальники – это такая тема, которая интересует практически всех. А модные купальники интересуют девушек модных, продвинутых и красивых. Я уверена, что среди вас, уважаемые зрительницы тележурнала «Дресс-код», большинство таких. Так что эта программа специально для вас. В этом мире давно придумали массу необычных вещей для того, чтобы было весело. Купальники тоже бывают смешные, необычные и креативные. Вот несколько вариантов разных расцветок и фасонов. С 1964 года издается специальный ежегодный выпуск Sport Illustrated Swimsuit с фотографиями супермоделей в купальных костюмах на фоне экзотических пейзажей. В разное время для этого ежегодника снимались такие известные модели, как Кэти Айрленд, Эль Макферсон, Петра Немкова, Хайди Клум, Тайра Бэнкс, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Бар Рафаэли. Помимо топ-моделей в этом журнале позировали для рекламы купальников самые знаменитые и красивые спортсменки всего мира. Из этого вывод, что для журнала Sport Illustrated может позировать только девушка с идеальной фигурой в идеальном купальнике. First, I'm the realest. Drop this and let the whole world feel it. Let them feel it. And I'm still in the murder business. I can hold you down like I'm giving lessons in physics. Right, right. You should want a bad bitch like this. Huh? Drop it low and pick it up just like this. Yeah. Cup of Ace, cup of Goose, cup of Chris. I heal something worth a half a ticket on my wrist. Back. On my wrist. Taking all the liquor straight. Never chase that. Never. Stop like we bringing 88 back. What? Bring the hooks in where the bass at. Champagne spilling, you should taste that. I'm so fancy. You already know I'm in the fast lane. From LA to Tokyo. I'm so fancy. Can't you taste this gold? Remember my name. Blow, blow, blow.
you knew that I'd be the I-G-G-Y, put my name in bold. I've been working, I'm up in here with some change to throw. I'm so fancy, you already know. I'm in the fast lane, from LA to Tokyo. I'm so fancy, can't you taste this gold? Remember my name, blow, blow, blow. Trash the hotel, let's get drunk on the minibar. Make the phone call, feel so good getting what I want. Yeah, keep on turning it up, chandelier swinging, we don't give a fuck. Film star, yeah, I'm deluxe, classic, expensive, you don't get to touch. Ow. Still stunned how you love that, got the whole world asking how I does that. Пожалуй, на сегодня все о моделях и о модных событиях этого лета. Меня зовут Ольга Че, подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Смотрите нас на канале ТВ1КГ. Я вас всех люблю, пока!